мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ера наш». Па-па-пара-пара-па-па-пара-пара-па-па-па. В журнале «Ера наш». Андрюша, сынок, пойди вынеси мусор. Андрюш, вынеси мусор-то. Послушай. Нет, смотри, повернулся, да? Эй, послушай меня, прилети. Эй. Андрюша, сынок, пойди вынеси мусор. Я рэпер, а не мусоропол. Да. Тебе как маме респект, уважуха. Но с этой темой у меня нет рук. Айо. Йо. Не уважуха, не пруха. Йо. Кто? Эй! Ё-моё, я на каблуках, да? И ты должен послушай меня. Сыночек, вынеси мусор, пожалуйста. Эй, йо! Кто? Здесь побольше. Убужечка. Эй, йо! Послушай меня! My family boss! Я рэпер, а не мусоровоз! Тебе, как маме, респект, уважуха! Но с этой темой у меня не пруха, йоу! Сама вынеси мусор, йоу! Не уважуха, не пруха, йоу! Эй, йоу! Послушай меня, my family boss! Я рэпер, а не мусоровоз! Тебе, как маме, респект, уважуха! Но с этой темой у меня не пруха, йоу! Клёвый, да, ребята? Послушай меня, my family boss! Ай, да, йоу! Я рэпер, а не мусоровоз! Я мало, чё, мусор? Сама иди выноси мусор, йоу! Смотри, он весь вот того, он делает так. Они как пистолетом так постоянно, они такие крутые. Да, и у них вот эти вот движения, слышишь, постоянно ты, йоу! Йоу! Не уважуха! Не пруха! Это уже какой-то русский народный танец. Ну вот такая ситуация. Ну, это нормально. Не переживайте. Это у меня в порядке вещей. Ну пусть говорят пойти. Это обычный случай для ребенка. Это естественно абсолютно. Дело в том, что в этом возрасте дети буквально как губка впитывают все, что видят вокруг. Это нормально. Не переживайте, все будет в порядке. Знаете что? Попробуйте пообщаться с сыном на его языке. Шпага, где моя шпага? Точно, да. Угу. Вот увидите, результат будет потрясающий. А где фонограмма? Серёнька, не услышал. Начали. Так, приготовились. Начали. Чувачок, тоже слушай. Не, Соня, не. С проигрышем. Никак не договоримся, никак. А что там чёрное? Нет, эй, чувачок, отложи свою пати! Быстро вставай, иди, everybody! Хлеба и сыра надо купить! Или без ужина будем тусить! Йоу! Ну как? Сейчас магазин, не могу я сходить! Сейчас магазин, не могу я сходить! Матч Спартака нельзя пропустить! Оле, 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 оле! Спартак чемпион! Оле, 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 оле!
Я должна увидеть. Нет. Каждый должен быть в образе. Хороший актер, который умеет играть в паузе. Это вы знаете, да? Как будто вы первый раз вообще на съемках. Давай, вы смотри. Ничего не делаете. Это такая простая задача. Поглядывать друг на друга хитро. Глаза тухлые, все как мертвые. Это брак. Брак идет. Пленка дорогая, это не видеокамера. Это очень дорогая пленка. И это будет брак. Тухлые глаза. Не работаете, не играете, спите. Пожалуйста, включитесь все. Пожалуйста, сделайте это. Да, молодец, Леша. Молодец. Маша, умница, умница. Молодцы. Да, но вас надо бить и бить. Да, я пожалуйста. Так, у нас на крайний случай один дубль, да? Начали. Ой, ушла бутылка. На одном месте. Спросил же тебе. На одном. Пленки мало. Не сдвигай. Пленки мало, Илюш. Опа. Илюша, улыбочку получше, ладно? Поприятней такую улыбочку сделай. Не хы! Улыбку красивый мальчик. Вот видишь, вот ты сейчас живой, понимаешь, Илюш? Вот сейчас живой сейчас был. Хохотал так нормально. Вы там побыстрее. У нас все получится. И повел. Понимаешь, не иди сама. Пусть он подойдет. Илюша, а? Да. Я пробовала один раз с улыбкой. Ничего страшного с улыбкой. Не спеши. Громким шепотом. Вот улыбка хорошая. Хорошая, естественная улыбка. Глазки улыбаются. Съемка, внимание. Начали. Я так волнуюсь. Я никогда раньше этого не делала. Я пробовала один раз. Ничего страшного. Тебе понравится. Стоп! Как бы как маньяк. По-доброму, давай дублик скажи какой-нибудь. Расслабься, Илюша. А что говорить? Улыбайся открыто. Тебе понравится. Проще говори. Тебе понравится. Илюш, зажат. Давай по-другому совершенно сейчас скажем, да? Давай про футбол говорим. Меня на воротах поставят. Я съемка, внимание, мотор. Я так волнуюсь, я никогда раньше этого не делала. И футбол не играла, не стояла на воротах, понимаешь? Я пробовала один раз. Ничего страшного. Тебе понравится. Ну ладно, давай. Только быстро. Заходи. Картошку. Смейся. Вы ее еще не видим, картошку. Обманка должна быть, анекдот. Вы идете с улыбкой. Сели, картошка открылась. Кухот в зале. А теперь кто пойдет выбрасывать мусор? Не могу. Ты чего тут не мочь-то? Подошел и подарил. Все. Ну? Да боюсь я. Слушай, ты мужик или баба? Давай, соберись, лопух, а? Стоп. Ну что ты ржешь? Нормально. Ты знаешь что, ты говорил веселее гораздо. Пошел бы, я бы такое сделал, понимаешь? То есть тебе нужно вот это выдать сейчас. Давай. Лучше бы не приседать сейчас. Ты уже 10-й букет подряд изводишь. Я тебе что, олигарх каждый день цветы покупал? Стоп! Поверь, а что мы все на кухню, мы на общем? Так, нормально, отлично. Сейчас, ты уже 10-й букет подряд так изводишь. Давай, соберись, лопух. Стоп! Ты что такое? Понимаю, выучи текст, да?
Да нет, ну как? Получается лопуха, я привык говорить тряпкой, я все. Хорошо, говори тряпкой, говори просто тряпкой. Я тебе что, аллергар? Каждый день цветы покупать? Ну, давай. Смотри, момент самый подходящий. Это последний твой аргумент. Смотри, момент самый подходящий. Давай. Все. Понятно? Да, все, а ты тупица. Начали. Все, давай, давай, иди. Стоп. Только не бровями, а глазами смотри. Понял? Раз посмотрел, так никого. Сейчас или никогда? Сейчас или никогда. Понимаешь, во-первых, выпрямиться нужно, раз. Во-вторых, Таня! Чего? Да ничего! Глухая тетеря ты, вот чего! А? Еще две, бом. Внимание, приготовились. Так, ну-ка, ну-ка, собрались. Мотор. Начали. Лиза. Девочки, представляете, что сегодня я прочитала в интернете? На Украине эпидемия. Заболело 500 тысяч человек. Еще выше. 86 умерло. Причем молодые все. И у нас уже есть свиной грипп. У мамы... Круглова, ну что ты гонишь? Начали! Круглова, ну что ты гонишь? Ну же ты гонишь? Что ты такая гонишь? Дома, ля-ля, все на дно. Каждое сообщение – это следующая мысль. Поэтому она выглядит иначе. У всех у нас по-другому. Ну какой свиной грипп? Ну птичий был? Я тебя спрашиваю, ты балда глазастая. Птичий был? И где он сейчас? Вот это надо, конфликтуй с ней. Давай еще раз, прямо при мне здесь, давай. Птичий был? Тоже орали на каждом углу. Вирус! Стоп, еще раз. Нет там паузы. Тоже орали на каждом углу. Вирус новый, смертельный. Ну давай еще раз. Вирус новый, смертельный. Не надо там длинный. Вирус новый, смертельный. Ты поешь? Вот он, артист. Вирус, вирус,
снова сидели? Ну, какой свиной грипп? Птичий был? Тоже орали на каждом углу. Вирус новый, смертельный. И где он? И где он? Ну, спроси, где он? Ну, где? Вот я у него спрашиваю, ну, где он? А, молчишь? Сейчас в интернете пишут, козий грипп появился. Козий грипп появился. Козий, больше сделай. Сейчас в интернете говорят, пишут, козий грипп появился. Давай мы никогда в жизни не снимем кино. Давай. Приготовились. Снимаем. Тишина. Значит, еще раз, Никита, все от тебя зависит. Ты сыграй, все будет в порядке. Приготовились. Нет никакого свиного гриппа. А я тебе говорю, есть. У меня мама врач. У них уже в больнице два смертельных случая. А у меня отец бизнесмен. И он говорит, на свином гриппе зарабатывают фирмы, которые делают лекарства. А точных лабораторных данных нет. Лизонька, Лизонька, не бросай злые глаза. Злые, вот так держи их, держи вот так. Держи их вот на него. Во-во-во. Держи, он сейчас обидные вещи тебе говорил. Давайте, давайте, артистка киснет. Уже официальное название есть, международное. H1N1. Стоп, вот молодец. Правильно Крюков говорит. Болтают всякую чушь. Нет никакого свиного гриппа. Кузя, а ты чё маску нацепил? Не выздоровел, что ли? Почему не выздоровел? Выздоровел. Просто мать велела. Могу снять. Какой сейчас урок-то? Какой сейчас урок? Да, какой сейчас урок-то? Нет, ты про по-деловому и по бытовому-то. Какой сейчас урок? Я давно не был, болел же большой. Какой сейчас урок-то? О, какой сейчас урок? Ты на всех вот так. Какой сейчас урок-то? Ты на всех вот так посмотрел. Какой сейчас урок-то? И да, и даже будешь улыбнуться, да. Я не знаю, как тебе даст возможность улыбаться эта штука, она же тебя стиснет. Вот, ну, в принципе, правильно. А мы их тоже намажем. Хватит мазать девчонок. А что ты предлагаешь? Не надо мазать, у меня есть идея получше. Вечером узнаешь. Сергей. О, где мои 17 лет? Давай, чем ты воняешь так противно? Пошли. Тебе там не душно, Вань? Душно. Ну хорошо. Ну потерпи, душно, а что делать? Потерпи. Я присяду. Нет, а ему тогда на земле пойдет. Садись вон на пойдет. Ступеньку же. На белый свет. Сядь на ступеньку. Что я? Пойдет, так он сразу встанет, два раза выше. Я на... Пробуем. Пойдем, Орел. Я пойду. А куда идти-то? Вот так и иди. А. Куда вы на нас? Направо, направо. К вам, да? Да. Ну все, пошли. Thank you.
пошел. Бей на совесть. Я предлагаю, слышишь? А. Для того, чтобы четче эффект не получился, давай ты сделаем отдельное укрупнение. Сделаем, сделаем. Тогда будет удар как следует, потому что он все равно будет меня жалеть, а я буду бояться. Боря, здесь подушку положить надо. А это что? Нет, ну дело не в этом. Здесь дело не в ударе, здесь дело в том, чтобы я ты... Я сыграю. Чтоб ты резко сделал отклонение. Есть. Начали! Стоп, не то. Начали! Я через них забиваю, у меня с волос сыпается. Ну, от тебя вымыли. Слушай, это потом. Муравьями это все потом. Показывают последний раз, третий. Смотришь и выполняешь все, как я скажу. Выглянула, остановилась, посмотрела, махнула, пошла. Ты меня видела? Нет. Даже ты врешь, тебе не мешают кусты. Простые вещи делать не можешь. Хорошо, молодцы, вот так, поняли? Пардон. Так не видно ничего. А так. Кто-нибудь мотор-то будет говорить? Правее, так, да? Правее. Ты сделал хорошо, надо репетиции. Так, правее. Так. Еще чуть-чуть. Да ёлки, что же чуть-чуть? Нет такой команды. Свет! Так, косички, дергая девчонок, подставляя.